Ячмень, последнее поле, Маргарет. Ну, по массе здесь, если убрать вовремя, то урожайность здесь была в пределах 60 центнеров. Но ячмень потерял вес. Но мы его все равно молотим, даже в таком состоянии. Разница вот такая. Уборки он уже ждет больше месяца. Полтора месяца, можно сказать. И я считаю, что можно сказать, что все подбираем. С такой частотой.